Сегодняшний ролик об одном из самых красивых городов Италии – Флоренции. Ролик получился длинный, поэтому прошу набраться терпения. И я расскажу вам о том, какой лучший день для посещения Флоренции, где вкусно и недорого поесть, о стритфуде и о суперприложении для поиска ресторанов и получения скидки от цен в меню, о том, как добраться из Рима до Флоренции на поезде и где купить билеты, чтобы не попасть в кассу для туристов с завышенными ценами, и как сэкономить на интернете в путешествии. Первое, что вам надо знать о Флоренции. Если у вас есть возможность приехать во Флоренцию в будний день, обязательно приезжайте во Флоренцию в будний день, потому что в выходной там просто ад. Такие толпы народу, что за этими толпами вы просто не увидите достопримечательностей. Как выяснилось, на выходные во Флоренцию едут не только туристы, но и сами итальянцы, просто чтобы погулять, потусить, посмотреть достопримечательности. Поэтому Флоренция в выходной день выглядит вот так. Будний – вот так. Но если вы едете во Флоренцию с целью посетить галерею Уффици, естественно, приезжать в понедельник вам ни в коем случае нельзя, потому что в понедельник все музеи закрыты. Скоростные электрички в Италии просто супер. 400 километров, немного более чем за час, вид из окна на сменяющиеся тосканские пейзажи. Немножко закладывает уши. Хотя вот им это, по-моему, совсем не мешает. Едем из Рима в Флоренцию. Скоростным поездом. После того, как у нас человек, видом человека нетрадиционной ориентации, отправил в кассу для туристов, где нам выставили за билеты 183 евро. Вот такие красные таблички отправляют всех туристов для покупки билетов. И тут билеты стоят почти в два раза дороже, чем они стоят вот в таких автоматах. То есть не покупайте там билеты. Билеты нужно покупать в автоматах. Покупаем билеты в автомате. Be wary of pickpockets. In case of need, ask only Trenitalia staff for more information. Выбираем buy. Buy your ticket. Roma Termini, Firenze. Firenze SM Novella. Santa Maria Novella. Ближайший сейчас, 12 минут. 18:12. Разницы цены нет. 2 минут. Вставляем карту. Вводим пин. Please note, remember to stamp your ticket before departure. Take out your card. Выбираем карту. Collect your ticket. Но купить билеты недостаточно. Прежде чем сесть в поезд, вам нужно найти вот такой вот зелененький автомат и самостоятельно проштамповать там билеты. Если покупать билеты в терминале на то же самое время, они стоят 125 евро вместо 183. Выбрав другое время, мы обнаружили акционные билеты, где ребенок шел бесплатно. И билеты вместо 183 и вместо 125 на 5 минут поезд позже вошли ценом в 100 евро. Это выглядит вот так. Не сразу разобрались. Вот это вот номер поезда, который нужно искать на таком Трено Короза 007. Это номер вагона. Кости – это номера сидений. Поезд очень удобный, почти все сиденья рассчитаны на 4 человек, посередине столик с откидывающимися этими, мусорка, которую мы уже забили, соковая фрутоняня. Давайте поговорим о еде во Флоренции, где же можно вкусно поесть, где можно недорого поесть и как получить скидки. Ну что же, начнем с дешево и много.
На Виа Денери вы найдете винный бутик, где делают сэндвичи. За 5 евро вам сделают огромный сэндвич с обалденно вкусным мясом на выбор. Сэндвичи настолько огромные, что этого сэндвича вам хватит на полдня. Но советую прийти пораньше, потому что вечером там выстраивается очередь. Это не просто сэндвичная, это еще и винный бутик, где вы можете выпить домашнего вина за 2 евро. Bambini. For bambini. This for you, cut in two? No. Okay. Perfect. One. Other one, bambini. Prosciutto. Salami. Bambini piace salami. Mettimi pizza. Metto un po' di... Grazie, bambino. Da. Да, гу-гу-гу, да-да-да, thank you, very much. Кофе? No, кофе. Вино. No кафе. No. It's a wine house. No. Как ориентир для поиска? Виа Денери, бар Табачи и на углу, чтобы уже точно попасть туда, куда вам нужно. Вот такой фонтан. И дальше начинается целая улица мясных лавок и винных. Но вам нужна вот та, где вот эта вот длинная очередь, потому что там на 1 евро все дешевле. А сейчас небольшое отступление и о том, куда ни в коем случае не стоит ходить, есть во Флоренции. Очень символично, набрав адрес ресторана в Google картах, первое, что попадает в поле зрения, это мусорные баки. Вот они как нельзя лучше олицетворяют данный ресторан. Сейчас вышли из самого распиаренного ресторана по флорентийским стейкам Perseus. Персонал, мягко говоря, неприветливый. Суп, густая каша с заветренными краями. Лазанья. Потрясающе. То есть я вообще не ожидала, что лазанья может быть настолько невкусной. Единственное, что было вкусное за весь заказ, это была картошка. Картошка, порезанная слайсами, обжаренное подобие фри в виде толстеньких чипсов. И флорентийский стейк. Кусок сырого мяса. Какого-то там шикарного вкуса мяса у меня не было. Стейк был потом с волосами. Прям ты режешь, а там волосюки в мясе, то есть то ли официанта, то ли повара. За что такой ценник, за что звезды на погонах у этого ресторана, и почему его рекомендуют все, им так все восхищаются, совершенно непонятно. Ну а если вы действительно любите мясо и хотите вкуснейший флорентийский стейк, в самом центре Флоренции вы найдете шикарный ресторан «Аудитория». Обстановка для любителей игры Assassin's Creed. Приветливый персонал, вкусная еда. Прекрасное место для того, чтобы провести шикарный вечер во Флоренции. Вот именно этот значок отлично отражает рынок Сан-Лоренцо. Мы пока вошли только на фудкорт. Непонятно почему, но цены в фудкорте дороже, чем в ресторанах. Абсолютно туристическое место, распиаренное. Устрицы по 2,5 евро, хотя в шикарном ресторане в Риме мы ели их по 2 евро за штуку. Флорентийский стейк. Ладно, поищем флорентийский стейк. Приготовленный стейк стоит 48 евро за килограмм. Можно взять с собой, он будет стоить 20 евро килограмм. Почему вот в этом общепите стоит 48? Ну, загадка. Тут же выходим на улицу, шикарнейшая тротория Заза. И этот же стейк там стоит 40 евро за килограмм. Еще одна находка во Флоренции – ресторан «Мадина».
Идеальное место для обеда. Вкусная еда, горячий суп, низкие цены, отсутствие коперты. Обязательно загляните туда по дороге площади Микеланджело. А теперь о еще одном очень клевом приложении для поиска ресторанов и скидки на рестораны. Приложение называется The Fork. Ну, то есть вилка, и на нем вот вилочка. Что можно здесь сделать? Вот здесь вот вы пишете, что вы, к примеру, во Флоренции, в Италии. И вот мы получаем список ресторанов. И время мы можем забронировать, и сколько, в каком ресторане, какое время мы получим скидку. Плюс, если вы находитесь именно в этой стране, в этом городе, вы можете включить геолокацию, и он сам будет выдавать вам самый близкий ресторан и, естественно, со скидками. Фильтр просто очень удобный, приложение шикарное. Я уверена, что это приложение вам будет очень полезным. Если вы любите трюфель, вам сюда Borgo S. Lorenzo, Trattoria San Lorenzo на углу. И вот мы проходим, и прямо возле магазин трюфелей. Тут все, сыры с трюфелем, трюфель можно купить, все прямо на баночке. Написана цена за каждый трюфель, продается черный трюфель, масло с трюфелем, паста с трюфелем, наборы с трюфелем. Просто обалденный аромат с улицы, можно все попробовать, очень круто, то есть я просто счастлива, что вы наткнулись на этот магазин. Если вы любите трюфель, обязательно зайдите сюда. Гуляя, наткнулись на какой-то ювелирный магазин, который больше напоминает лавку алхимика. Ну и какая же Флоренция без лавки алхимика? Зашли. Очень забавное и неприятное место. Крутится механизм какой-то. Музыкальная шкатулка. Называется это чудо вот это. Александро Даари. А теперь о том, что нас сильно спасало в поездке. Друзья посоветовали симку Dream Sim. Очень дешевый интернет за границей. Сразу хочу сказать, что это не реклама. Если вы знаете что-то лучше, пожалуйста, напишите в комментариях. В свою очередь хочу сказать, что интернетом в поездке мы пользовались непрерывно. Заказ ресторанов, прокладывание маршрутов в Google, Apple картах, аудио, видео, звонки в WhatsApp. Ребенок даже смотрел мультики в YouTube в переездах из Рима во Флоренцию. За 10 дней пребывания в Италии мы потратили на интернет 21 евро. Также у Dream Sim есть бонусная система, и когда друзья нам про нее рассказали, они нам прислали ссылку. При заказе нам начислило 7 евро на счет им. Ссылку на всякий случай оставлю под роликом. Ну, а вы, в свою очередь, если знаете какую-то связь, которая вам была полезна и, может быть, более выгодна, пожалуйста, напишите в комментариях. И, конечно же, мы не смогли пройти мимо лавки Бартолуччи с его милыми, замечательными Пиноккио. Даже спорили, какого выбрать. Но вот что удивительно. В Риме цены в магазине Бартолуччи на 2 евро дороже, чем во Флоренции. Во Флоренции все эти же самые статуэтки стоили на 2 евро дешевле, чем в Риме. Рассказывать о Флоренции можно часами. О двухметровой рыбе, которую мы видели возле Золотого моста. Об уличных музыкантах. И великолепной архитектуре, о потрясающей атмосфере этого города. Но лучше увидеть это все своими глазами. Приезжайте в Италию, приезжайте во Флоренцию, приезжайте за новыми эмоциями.